75-летняя актриса Светлана Дружинина стала гостьей программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1». Она вспомнила о своем тяжелом детстве и рассказала о том, что в те годы многие голодали. Сейчас, после пандемии коронавируса, многие артисты начали жаловаться на безденежье, из-за чего вызвали гнев обычных россиян. Светлана Дружинина удивляется тому, как сейчас современники не ценят того, что имеют. В детстве для семьи будущего режиссера даже хлеб был редкостью. Это были ужасные годы. Поэтому, когда говорят «мне худо», я отвечаю: «ребята, не беситесь жиру, мы так хорошо живем. У нас есть батоны». Как-то однажды мама принесла хлеб и положила передо мной на стол, сказав, чтобы я ела. А я не знала, как едят батон. Я их видела только по телевизору. Мама заплакала, оторвала горбушку и протянула мне, а я не знала, как засунуть ее в рот. Так что, когда дома есть батон, горячий чай, сахар, то можно жить и быть счастливым. Поделилась своими воспоминаниями Светлана Дружинина. И действительно, режиссер на жизнь не жалуется и призывает окружающих также ценить то, что они имеют.